Сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Одно из самых ожидаемых событий 2018 года не только в Британии, но и во всем мире – это свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Вспомним, какой ажиотаж был вокруг бракосочетания Уильяма и Кейт Миддлтон, хотя их союз был вполне ожидаемым. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Многие девушки хотели бы оказаться на месте Меган, но во многом ей не позавидуешь. Девушке пришлось отказаться от любимого дела, соцсетей и даже домашнего любимца. В монаршей семье уже вовсю начали подготовку к торжеству, а Маркл занялась изучением этикета и согласованием всех желаний по поводу свадьбы с королевой Елизаветой II. Несмотря на то, что Меган не может пожаловаться на особые недостатки фигуры, ей придется похудеть к свадьбе. Актриса занялась усиленными тренировками, йогой и больше внимания обращает на свое питание. Ведь на нее в самый важный день жизни будут смотреть не только родные и друзья, а весь мир. Владелица любимого кафе, избранницы принца Гарри, рассказывала: она невероятно сознательно подходит к приему пищи и всегда следит за тем, что ест. Она стремится быть здоровой, и в этом и заключается образ жизни Меган. Вот почему ей всегда удается справляться со стрессом. Меган употребляет много фруктов и овощей, особенно она любит брокколи. Она часто лакомится в кафе кокосовыми и грибным супами. Информацией о ее здоровом образе жизни нас уже не удивишь, если вспомнить, что именно она заставила принца Гарри отказаться от пагубной привычки курения. Церемония венчания пары пройдет 19 мая в городе Виндзор. Близкие друзья влюбленных утверждают, что это место выбрано не случайно, ведь пара хочет, чтобы свадьба отражала их индивидуальность. Именно здесь молодые люди провели много времени в период становления отношений. Также Гарри и Меган хотят отказаться от пышной церемонии в Вестминстерском аббатстве, как было у Кейт и Уильяма, в пользу небольшой церковной службы. Раньше велись споры о том, кто же станет дизайнером свадебного платья. Изначально предлагалось, что королевская семья становится на творении Инбаль-Дрор из Израиля, хотя та привыкла создавать весьма откровенные наряды. Но все же они сделали окончательный выбор в пользу Джайлса Дикона. Этот культовый дизайнер создал непревзойденный наряд для сестры Кейт Миддлтон, Пиппы, и, несомненно, сделает не менее потрясающее платье для Меган. Пока длится подготовка к свадьбе, Меган как может старается сблизиться с семьей любимого. Рождество она уже провела в Сандрингемском дворце, где традиционно встречаются самые близкие королевские люди. Все знают о том, что Елизавета II против дорогих подарков в этот день и отдает предпочтение забавным. Раньше смешными подарками ее особенно радовал рыжеволосый внук, а сейчас эстафету, кажется, приняла его избранница. Инсайдеры сообщили, что Меган подарила Елизавете поющего хомячка, и королева была просто в восторге от такого сюрприза. Какому еще предводителю нации можно подарить такой чудный подарок, и он будет ему рад? Вот почему все любят британскую королевскую семью за простоту и приближенность к простым смертным. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте, так что подписывайтесь.